Сегодня спортсмены отмечают профессиональный праздник мирового масштаба – 75-й Олимпийский день. В эту дату был создан Международный Олимпийский комитет. Цель праздника – не просто напомнить о вековых победах соотечественников, а рассказать о спорте и здоровом образе жизни. Стоит отметить, что спортсмены из Югры становились призерами игр 28 раз. Чемпионов зимних олимпиад немного больше, и это неудивительно. Значительную часть года регион засыпает снегом. Чаще побеждают биатлонисты и лыжники, тем не менее. Югорчане смогли трижды обойти соперников в последних летних играх. Награду получили в боксе, вольной борьбе и тхэквондо.